Дорогие друзья, это последний шлак, а потом упираются в горы. Я оттуда приехал. Это уже здесь совсем по-другому. Даже орехов меньше, чем внизу. Здесь, вот видите, маленький еще. Хотя июль месяц, июня. Вот я сейчас туда поеду, посмотрю, что там дальше. Гулистон, вот, написано. Ну, здесь тоже шлак такой маленький. Вот мой велик. Поеду дальше. В этой шлаке основное казахи живут. Вот так. Там таджики, а здесь казахи живут. Основное. Вот так. Стройки делаются. Строятся. Люди на следующий день стараются верить все, что будет все равно хорошо. Хоть что не было. Вот поэтому все люди строятся, готовятся, вдохновляются. Оттуда, оказывается, поезд выходит, электричка, и едет сюда. Потом еще раз заходит туда, через этот туннель, потом все последний. И выходит он туда, на Ханабад, что ли, типа туда. И все, это последний будет туннель. Вот так он построен, оказывается. Через ущелье, через Саи, все, короче. Я еду вот туда, где Шаршара. Кадаки, Гулистане, Шаршара. Это огромное. Ну, это искусственно просто. Через шланг какой-то, 150, что ли. Вот такая природа. Здесь Сай течет, вот. Смотрите, Чадаксай. Вот так, дачи везде, вокруг. Природа просто слопнет. Народов много. Со всего Ферганской долины приезжают сюда. Ферганской долины едет железная дорога вот отсюда, через ущелье, через туннели проходит отсюда полностью и прямо едет на Манган. Ну, да. Вот оттуда входит он с этим туннелем, возвращается в Ташкент и южное направление полностью. Да, китайцы сделали очень прекрасно. Смотрите, какие высокие горы здесь, какие высотки. А там еще, говорит, есть водопад. Я который сейчас снимал, это первый. Еще две водопад есть, говорят. Вот так она выглядит. Вот так она. Ну, ничего, вид очень прекрасная, четко, да. Это Наманган, это Чадак. Ну, Чадак там остался внизу. Это Гулистан. Шлак Гулистан. Вот народу здесь много приходит в сезоне. Июнь до августа, 3 месяца сезон начинается. Народу. Туристические зоны. Короче, Ферганская долина отдыхает только вот здесь, основная. Потому что Шахамарда она не может поехать, потому что ну, сложно проехать через границу, вот поэтому будет немножко тяжело. А здесь приходит даже вот женщина, орут, расслабляется. Вот. Бывают же люди такие, расслабляются вот в таких местах, бывает у них адреналин. Вот тогда орут и успокаиваются, и легко себя чувствуется. Вот эта женщина орала нормально. Расслабилась. Вот. Вот. Ага. Ютубта. Енгелладизма? Аллахке шүкір. Молодец. Бүтте бақыр берейм ма? Бақырын. Бақырын. А, Шымкенттен. Бақырын. Неше қап енгелладиз? 10 қап. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Тимур Рахим, велотуризм. Велотуризм. Угу. А
Bunu mu? Bunu barsam ki. Rektimdeki ne? Bir. YouTube'da çıkan yendi mi? 3-4 gün. Yine onun memce illikke kirgen ayağımın tahtı üstüde yürüp bakırgenini görüyor. Haykırığı. 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 Aaa diyelmeyip patenim bir buşam ayağım. Aaa diyelmeyip ya ben. Ha 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 ha. Bunlar dedi, cüngüliden ki gelmedi. Cüngüliden ki gelmedi ya. Bakıralım, hep bakıra bakıra. Nasıl güler ayıp, YouTube'dan çıksak. YouTube'da güler, bu bakırış değil mi? Nasıl kendini? Bakırtım, resmi oynayın. Ya ne arasa dinleye çıkıyor yaptı, ne söyledi? Tamam, YouTube. Salamu aleyküm, daragi durziye, vatiye, yedu. Гулистан. Это чадак. Вот. Наши ребята из Беки сидят, топчане кайфуют, приглашают меня, давай, давай. Я говорю, давай с видео сниму, что-нибудь скажешь. Они, брат, наши икеоз гаприлярчи. Намадин дин, дайкен. Намадин сиз. Хайват, мэн зон салкуми отчик койдан. Молодец, молодец. Хоу салкин айкен, пас дэн ссыр. Gittik, gittik. Doyla atıldı işe var. Gördünüz ki vaydı. Ha, siz iki mi bu? Ben iki. Haa, video bulsam bu sizin için reklamı. Tanıştırın. Raihon Dacha'mı. Raihon. Aha. Raihon Dacha bu çadak. Gülistan değil adı mı? Gülistan. Aha. Hala yığını. Ha ha ha. Sağ ol. Здесь оказывается Райхон, называется зона отдыха. Можете проходить, отдыхать вот в таком месте. Чадак Гулистон. Смотрите, этот асфальт, да, вдоль дороги, сколько он высокий, метров 6-7 выше находится. Сделан фонтанчик, туалет, все, что для человека. Кухня для людей сделана четко. Можно отдыхать без всяких проблем. Если придет, они будут рады просто за то, что вы пришли. Потому что сделано бизнес прекрасно. Вот такие места. Просто мне понравился. Сделали вот, смотрите, как это сделано. Просто сложно это. Молодцы. Можете ночевать, арендовать. А там тоже кухня, что ли, летняя. Ну, здесь только летом, в сезоне, 3 месяца. И все. Ну, молодцы, короче, ребята пошарили головой и сделали вот это все. Отдых, зона. Вот такие дела, короче. Здесь комнаты. Сейчас тоже посмотрим, как это сделано, комната. Ну, оказывается, кажется вам, что новый. Да, вот такая она. Прекрасная. Да. Молодцы. Комнаты все почти одинаковые. Только расцветка другие. Вот так. Короче, расположен. Вот слов нет. Молодцы. Ребята.